Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 27, задание со звездочкой. Найди закономерность и вставь пропущенную букву и пропущенное число. Каждая последующая цифра на 3 больше предыдущей. Было 2, прибавили 3, стало 5. Было 5, прибавили 3, стало 8. Было 8, прибавили 3, стало 11. Каждая цифра указывает, на каком месте в алфавите стоит буква. Буква «Б» стоит на втором месте, буква «Д» на пятом, буква «Ж» на восьмом, а на 11 месте стоит буква «И». Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.